Друзья, доброе утро, Таня Фридрих. Друзья, доброе утро, да, и Андрей Сапекин. Всем выпускникам мы напоминаем, что завтра просто вселенского масштаба день, завтра вечер встречи, уже сегодня можно всех обзванивать и напомнить. Но уверена, у многих эти самые встречи состоятся уже сегодня. Слушайте, а давайте вспомним и свои выпускные, а заодно полюбуемся, как выглядели наши коллеги в день выпускного. Ну, например, вот это я, посмотрите, вот я был значительно худее, да, тут есть фотография, где я со своим классным руководителем, у меня огромный пиджак, потому что я уже тогда знал, что такое, то есть, как это, сайз. Объем, оверсайз. Да. Для тебя, да. Вот это Таня Фридрих, да? Ну, грациозная принцесса, уже все тогда. Как надо. Платье в пол, нежно-розовое, да. Завитки, валанчики, в принципе, я так и не осталась. Вот это худыш, да, это тот самый Игорь Жариков, наш дорогой коллега. Вот он. Да вы что? Серьезно. Тогда Игорь не знал, что такое еда. Ты понимаешь? Но после школы он узнал, и вот уже такой он окреп. Ты понимаешь? Ты посмотри на эти скулы. Так, я так и не могу понять, что сзади. Ну ладно, там нога. Сзади женщина от него убегает. Она говорит, Игорь... Игорь, я в магазин. Так, а это Кристина. Это Кристина Смирнова. Ну, это было совсем недавно. Подожди, а ты посмотри, а это точно фотография не прошлонедельная, да? Да, она, в принципе, не изменилась.